Жители Тогуса наконец услышали, Аким Ембикшинского района Шымкента собрал все ведомства для решения важного вопроса. Больше 2 лет тогусцы не могут оформить документы. После присоединения к Шымкенту жители Толибийского района области стали горожанами, проживающими в Ембикшинском районе Шымкента. Теперь все, что больше положенных 10 соток, необходимо выкупить или взять в аренду, либо и вовсе отказаться от лишнего. Когда вас переводили в город, все надлежащие ведомства с вашей, конечно, помощью должны были оформить документы. Но и вам нужно учитывать, что из сельского округа вы перешли в город. И здесь уже процедура оформления другая. Придется выполнять все условия по городским законам. Сацита Усманова платить ни за что не собирается. Мол, когда их присоединяли к городу, обещали все сделать бесплатно и без лишних проволочек. 3-й год Сацита не может переоформить документы на жилье для отца-инвалида. В итоге пожилой мужчина не имеет права на бесплатную помощь в шымкентской больнице. Кроме того, без городской регистрации ни одну справку получить невозможно. Они даже не могут нам объяснить, куда нам ходить. Мы же не знаем, куда нам идти, правильно? Правду не говорят. Все хотят. Вот деньги дашь, они из тебя все выложат. Вы что? Орган ходили, и вам не объяснили, куда везде ходила, везде ходила. Никто правду не говорит. Нет, везде это вы. Я не могу вот лично сказать, он это сказал, он то сказал. Я не могу. Но я могу сказать, что правду никто не говорит. Сотрудники земельного кадастра идти на уступки и делать исключения не собираются. Закон есть закон. И согласно нему, за оформление документов нужно заплатить около 19 тысяч тенге. Мы оформим документы на те площади, которые положены по закону, а вот за остальные площади нужно платить дополнительно. Сейчас, я думаю, на уровне министерства будет все рассматриваться. Здесь у многих жителей площадь не соответствует нормам. Вот и вся причина спора. Никто не хочет ничего платить. Так не получится. На следующей неделе специальная комиссия выйдет на место, чтобы лично убедиться, сколько земли у каждого жителя. И, возможно, тогда процесс оформления документов для тогусцев ускорится. По крайней мере, для тех, у кого земли не больше 10 суток. Шудин Саидов, Амантай Ульбеков, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».